Привет, друзья! С вами Александр. Сегодня мы познакомимся с компактным аккумуляторным 12-вольтовым лобзиком JV103D платформы CXT. Узнаем все характеристики и протестируем его в работе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки к этому видео, и мы начинаем! JV103D предназначен для прямого и криволинейного реза заготовок из дерева, алюминия, стали и других материалов. Оснащен бесщеточным двигателем, которому не требуется обслуживание и замена щеток. Функция обдува линии реза. Возможность резки под углом 45 градусов влево и вправо. Максимальная толщина заготовок из дерева и стали 90 и 10 мм соответственно. Опорная подошва из алюминия для максимальной прочности конструкции. Лобзик поставляется в комплектации Z в картонной коробке с дополнительными аксессуарами. Батарея и зарядка в комплект не входят. Можно выбрать один из наборов ПСК, либо воспользоваться аккумуляторами от других инструментов платформы CXT. Лобзик JV103D оснащен множеством функций. Регулировка оборотов позволяет работать с различными материалами, а регулировка хода в трех положениях влияет на скорость и частоту пропила. Безинструментальная смена пилок. Яркая светодиодная подсветка. Возможность подключения пылеудаления. Все это делает наш лобзик производительным и комфортным в работе. После работы с JV103D могу сделать вывод, что это профессиональный лобзик, который справляется со своими задачами на ура. А компактные размеры и его производительность вас приятно удивят. Ознакомиться со всеми инструментами вы можете на официальном сайте matito.ru, ссылка в описании. Задавайте свои вопросы в комментариях и увидимся в следующем видео.